Все неповторимые изысканные вещи создаются руками человека. Эти руки способны покорить самые стойкие материалы. Дерево, металл. Балвен, как никто другой, понимает важность и ценность ручного труда. Только человек вкладывает душу в свой труд. Это делает изделие поистине бесценным. Этот фильм расскажет о настоящих мастерах своего дела, чьи руки создают действительно уникальные изделия. Денис Милованов – уникальный мастер по работе с деревом. Он известен участием в крупнейших выставках, на которых его неповторимый стиль, основанный на использовании старорусских способов и работе левой рукой, отметили сотни посетителей. В один из дней я прогуливался в парке и увидел, как производится санитарная рубка дубов. И когда я увидел эти огромные стволы, меня это очень сильно поразило, то есть вот эту монументальность. И привез их к себе на дачу и начал первые какие-то шаги по работе с деревом. Вообще очень крайне капризный материал. То есть мало сделать работу, ее нужно еще сохранить. Если ты ошибешься на 1 сантиметр, под угрозой весь проект. Я долго думал, как его обрабатывать. То есть там у меня были пилы, какие-то приспособления, фрезы, еще что-то. А в итоге, когда начал наращивать мастерство свое, то пришел только к бензопиле и стамеске. Сначала это, конечно, было хобби. Сделал серию объектов первых. Какие-то пошли сразу заказы. Главное, наверное, это видение. То, что ты хочешь сделать, больше ничего. Я делаю то, что я чувствую. Вот, вот в этом, наверное, какая-то и есть своя уникальность. Такое уникальное мастерство, несомненно, должно передаваться из поколения в поколение. Мир стареет в былых надеждах, но сегодня, как и вчера, на плечах эту землю держат и несут на себе мастера. Мастера, профессионалы, те, что в жизни познать смогли щедрость камня, душу металла, свежесть формулы, нрав земли.